Я хочу от всей души вас поздравить с Днем волонтера Московской области. Этот праздник утвердили в Московской областной думе. Инициатором им был Жолобов Олег Владимирович, когда возглавлял комитет по спорту, волонтерству, культуре. И вы знаете, много хороших дел вы сделали. И я абсолютно уверена, что чисто от души, от сердца вы сделаете еще больше. Их сравнивают с тимуровцами, пионерами и комсомольцами. Спираль времени новым витком явила миру современных героев, нынешних добровольцев. Небезразличных людей, без существования которых многие уже не представляют своей жизни. День волонтера Московской области организован в 2020 году. За это время в общественную организацию Подмосковья уже вступили 25 тысяч человек. Все больше и больше людей осознают свою значимость и хотят быть нужными. Именно из таких людей состоит будущее нашей страны, потому что каждый из вас, получив такие неоценимые опыт и навыки, конечно же, пойдет далеко. Вы будете по-прежнему пассионарными людьми, вы будете вокруг себя создавать движение, вы будете лидерами. На сцене Одинцовского парка имени Ларисы Лазутиной состоялось торжественное вручение благодарственных писем тем, кто уже успел проявить себя в этом нелегком деле. Звучали слова благодарности и напутствия от депутатов-единороссов. Дорогие наши серебряные волонтеры, ваше неравнодушие вызывает особое уважение, особое внимание. Спасибо вам большое за то, что вы через всю жизнь пронесли это чувство непокоя, как пелось в наших песнях, да, покой нам только снится. Так это здорово, это то, что держит нас на поверхности, и наша нужность, необходимость и самим себе, и людям, это и есть миссия, это и есть призвание и в молодости, и в взрослом возрасте. Добровольческое движение на территории Одинцовского округа активно развивается. Его ряды регулярно пополняются все новыми и новыми людьми разного возраста. На сегодняшний день в Одинцове зарегистрировано 247 волонтеров, и 87 из них активно принимают участие в мероприятиях округа. Ряды волонтерства выполняются постоянно, мы над этим работаем, стараемся мотивировать ребят, стараемся вести с ними, получать от них обратную связь, вести диалог прямой, чтобы понимать, что им надо, чего они хотят, что их может привлечь к нам в молодежный центр. Совершать добрые дела сегодня как никогда актуально. Применить свои навыки и просто помочь незнакомому человеку может каждый. Присоединиться к движению добровольцев можно, подав заявку через сайт «Волонтеры МО». Елена Краева, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».